Ваулика Шихабль и не только, все прекрасно знают замечательного человека, хорошего педагога, год назад ушедшего из жизни Айдамеркана Ардокова. 20 ноября в СУШ номер 1 Аулака Шихабль прошли открытые соревнования по спортивному туризму, посвященные его памяти. Сезон был начат открытыми соревнованиями по спортивному туризму на искусственном рельефе среди учащихся Республики Адыгея и приглашенных гостей из регионов России. Возрастная категория участников определялась от 8 до 17 лет. Данные соревнования посвящены памяти Айдамеркана Жарасланыча Ардокова, который много лет проработал учителем физкультуры в Аулака Шихабль, мастер спорта по тяжелой атлетике, но при этом был заведующим отделом областной станции юных туристов в городе Майкопе в Адыгейской автономной области. Преподавал туризм детям, пешеходный туризм. Я сам лично воспитывался у него, это мой первый учитель. И год назад, к сожалению, его не стало. Его помнят вся туристская семья, как человека, который воспитал не одно поколение хороших спортсменов. И вот сегодня дети борются за призы памяти его, за призовые медали, грамоты, кубок, который будет выдан сильнейшим. Данные соревнования были организованы по инициативе Федерации спортивного туризма Республики Адыгея и администрации СОШ номер 1 Аулака Шихабль. Эти соревнования входят в календарь спортивных мероприятий по спортивному туризму Комитета по физической культуре и спорту Республики Адыгея. Мы очень надеемся, что данные соревнования, благодаря такому красивому большому залу, будут проходить неоднократно. И очень хотелось бы, чтобы чемпионат Южного федерального округа провелся именно в спортзале Аулака Шихабль, средней школы номер 1. Количество прибывших спортсменов составило 71 человек из 75 заявленных. В соревнованиях приняли участие представители Лабинского, Усть-Лабинского, Майкопского, Тиучешского, Красногвардейского районов, а также команда Аулака Шихабль. Мы встретились с представителем принимающей стороны Рашидом Кабардаевым. Турнир проводится первый раз, годовщина Ардокова Адыгея Жарасланыча. Турнир будет ежегодным. Все, что мы видим, это благодаря усилиям вот байкопских ребят, благодаря помощи администрации района, благодаря помощи администрации сельского поселения. Победители были награждены грамотами, кубками и ценными подарками.